И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на Скёрче. И сегодня, как эксперимент, я изменил саундтреки. Точнее, музыку на фоне, почему бы и нет. Посмотрим, что это тогда делает. Но, что самое главное, переезд. И не только переезд, понятное дело, начнем с переезда, а там что, когда дело попрёт. Так, каменные постройки мне точно ну нафиг не нужны, поэтому их будем ломать на ресурсы. Также, что у меня по весу? По весу нормас, могу и ручками перетащить. Но, ах ты чё, дотащим потихонечку. В целом что? Раптор я полностью освободил, так как он будет тащить меня, и куда же ему еще больше-то везти. Марилотопса я закинул ресурсы, что, собственно, сейчас и сделаю до конца. И в прокоптодонта я закинул всякие предметы и, киду, понятное дело, ему, и постройки. Вот. Скорость у него 125, сейчас качаю у него... ближний бой, суши. Давай, полтора косаря, прям ровно как я хотел. Так, здесь, соответственно, еда. О, точно, у меня ж окно открыто, там собака гавкает. Сорян, сейчас закрою. Закрыл окно, кошку обломал, она сидела в окно, смотрела. Ну, а что поделаешь? Тупая шавка-истеричка, что тут сделаешь? Так, и вот это все я закидываю в прокоптодонта, потому что в него. Такс, да, все это закидываем. Ну, конечно, это выкидываем сразу же нафиг. Нафиг эти фигни. Так, теперь, что поднять? Поднять вот это, я думаю, пригодится. Вот это, хотя не пригодится, конечно, но ладно. Вот это вот все поднимаем, а это все ломаем, потому что мне это точно будет не нужно. Блин, надо было спереди обходить. Хвосты длинные. Камфар. Ну ладно, пускай второй будет, пофигу. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, и теперь на демолиш. Все это дело ломаем. Потому что каменные постройки вызывают такую жару, что даже находясь в помещении, у меня становится минус 400. Сопротивление жаре. А так у меня сопротивление плюс 600. А в этой каменном помещении мне становится минус 400. Ну, вы поняли, да? То есть вообще никуда не годится. Поэтому это все сносим. Все снес. Ой. Это ты, надеюсь, просто так там крикнуло. А не то, что там буря начинается или и все в таком духе. Так. Скидываем. Сюда. А, это. Отлично. Это не моя. Ну что, погнали. Так, слушайте, мне кажется, как будто музыка громковата. Давай все-таки сделаю ее вот так немножечко потише. Ну, прям реально что-то казалось, что она громковата. Так, братва, ну, конвой выдвигается. Опс, сорян, чувак, я чё-то об этом-то и не подумал. Чё я могу у тебя забрать? Я могу мясо выкинуть, а только я того, что я его выкину. О, я давай, короче, вот ягоду повыкидываю, потому что вот она точно тебе тут нафиг. Ты давай мясо. Металл выкинул, блин. Металл, говорю, выкинул. Где? Где я металл выкинул? Вот металл выкинул. Блин, сдвинулась полоска. Металл выкинул. Ужас. Ужас. Так, и что? Ладно, сейчас. Так, ну, сейчас вроде бы нарвас. Раскидал в прокоптодонта, что-то повыкидывал, мы там видели, ягоды повыкидывал, к примеру, и уже лучше стало. Во! А вот теперь я понимаю. Конвойчик так конвойчик. Хотя нужно по-другому сделать. Сейчас. Так будет интереснее.
Ракаптодонт? Вот так вот. Да блин, опять застрял. Ну-ка. О, вот так уже круче. Хотя, вот так вот яркость надо вырубить. Даму приходится понижать на этом скерче, потому что жопа полная. О, вот теперь настоящий конвой. А если побежим? Но он немножечко отстает. Хотя нет, слушай. Нормально так скорость. Но лучше все равно ждать. Классно, погнали. Погнали строиться. Кстати, я же подлутал кристаллы. Хоп. Огонь же. Я для 5, блин, взял ресурсы. Ну ладно, что поделаешь. Вот так давай сделаем. Хе-хе-хе, для 5. Ну я даю. Зато теперь могу... Хоп, включить. Все, свой, чужой. Все дела, всех вижу. Все, меня теперь никто не скрывается. Здорово, погнали. Фу, добежал. Клево. Здесь, конечно, уже тут заселено. Ну, что поделать, придется их выселять. Кстати. Кто тут у нас? Нет, это мелкого левела, это мелкого левела. О, 96-й, прикольно. Такой же, как у меня получается. Не, никого интересного нету. Ну что, будем заселяться. И, кстати, вот что я хотел проверить. Как тебе... Так, ну, во-первых, да, воды попить. Как тебе прицепляется... Так, карту вырубить. О, в него вода заполняется. Он когда рядом стоит, он пьет. Класс. Во, он сам пьет. Супер. А это так и не работает. Типа у него мякоть кактуса в нем находится, ему пофигу. Видать, где-то около воды пробегал, когда он заполнил воду. Так, как к нему крепить трубу? Я вот этого никогда не знал. Так, если поставлен колодец, то не закрепить. Подобрать колодец. Ага, нет, слушай, подожди-ка. Блин, так клево, так все растекается сразу. Нет, все правильно, колодец стоял, и все огонь. Блин, так сразу же ухожено все. Клево. Нет, это, по ходу дела, к нему труба только крепится. Что он? Пайп? Так. Да, вот труба спокойно крепится к нему и все. Ну, соответственно, будем от этих труб и гулять, скажем так. То есть, как строить и так далее. Так, мне еще нужно... Давай 4, какая разница. Шара. О. Сейчас посмотрим, в какие стороны она распространяется. В смысле, смотрит. Только в одну сторону. О, так я их в несколько ряд подряд могу строить. Нифига себе. Так, давайте все выхода сейчас сразу же поставлю. Какие могу застроить. Ага. Такс, интересно. Выходов-то здесь не кисло. Давай, да. 225 догоним. Так, я в прокаптодонта скидывал. Блин, я честно, я никогда вот этими колодцами не юзал. Когда я играл на скерче, здесь тогда еще и плюсовская фигня, типа это. Ну, была читерная, то есть она ставилась хоть где. Вот. Поэтому я без понятия, как эти колодцы работают. И... А, нет, вот еще один выход можно построить. Просто от этого я буду... Слушай, он что-то вообще прям ставится и ставится так. Она получается вот так, вот так. Здесь две.
Ну и все, она получается только цепляется. Отлично, то есть все-таки в четыре стороны разгуливается. Значит, будем отсюда и начинать строить. Начинать строить именно ставив фундаменты, и уже по ним буду смотреть, что как да где. Ставить фундаменты будем. Можно на колодец ставить фундамент? Ну, на колодец можно, а там уже от него будем смотреть, как что где. Ладно, посмотрим, начнем строиться. Так, отлично. Смотри-ка, как ровненько все встало, труба. И тушканчик, радарчик. Опять говорит, что будет жопа. Поэтому нужно по-быстрому строить дом. Строить буду из самана. Я не помню, красятся постройки самановые или нет. Ну, я знаю, что металлические точно красятся. Вот, самановые красятся или нет, я не знаю. Если вкрыть, то будет клево. Почему? Потому что я смогу тогда перекрасить все это добро. Так, перекрасить все это добро в что-нибудь поинтереснее. Блин, глина нету, жопа. Жопа, жопошная. Перекрасить что-нибудь интересное. Все, я что-то задумался чутка про глину, о том, как ее добывать, где добывать, и все, мысли в кучу. Сейчас погоним все это дело добывать. Опять-таки же своих динусов я буду держать всех в помещении, то есть они у меня. Ну, во-первых, я их буду томить мало, потому что смысла в этом немного нету. И хочу строить у них всех, для них помещение. Как минимум, чтобы это было помещение типа навес. Для начала я построю, как обычно, ну, назовем это каблокоробкой. Кто знает, откуда это, тот поймет. Но 5 фундаментов нужно. Но пока что будет так. Так, что у тебя... А, вот не хватает глины. Так, погоди-ка, у меня же есть и песок. И это... Я ж могу все это сделать. Ну, еб твой зенок. Так, ты где? Ага, ты там. Не надо мной. Ну да, меня лишь так чуть-чуть только касается. Жопа, конечно, но... Хотя касается тоже. Ладно, что поделаешь. Так, поставлю пока что здесь. О, смотри, опять забагалось. Видишь, сверху название пишет, типа, что это. Ну, а если вот так вот убрать, поставить, и оп, все, разбагалось, больше не пишет. Тупая какая-то фигня, не знаю почему. Ну, там типа пишет название, это что у меня... На что я смотрю? Ну, точно, я же говорю, у меня хватает. Ресурсов-то хватает, а вот... Не додумался я, что могу раньше это поставить. Ладненько, сейчас достроим хотя бы основу и продолжим. Ну, навес сделал. Ой, блин, реально с глиной это что-то с чем-то. Я не думал, что ее так сильно будет не будет хватать. Ну, в целом. В целом, справедливости ради, да, то есть как бы вот эти первоначальные ресурсы, когда ты только начинаешь все это делать, их прям категорически не хватает. А потом ты такой, ой, фу, блин, нафиг, куда мне это все девать, это как кожа поначалу, никогда не хватает, а потом ты такой, а нафига мне ее столько много, и начинаешь выкидывать. А потом, когда тебе нужно седло, ты такой, блин, мне нужно седло. Ну, так. Это флешбеки из прошлого называется. Thanks. Убрать. Стенка. Занято. Отличненько. Вот, че ты ползешь? Ну все. Застроено. Застройщик все забаррикадировал. Ну вот, уже хоть какой-то уголочек есть, где даже значок домика появляется. Эх, клево. Хоть где-то у меня дом теперь есть. Да. А сейчас нужно будет дальше... Это же, да, реально, я их три даже создал, чтобы у меня глина побыстрее создавалась. А то какая-то тупость.
Сейчас пойдем лутать песочек, лутать этот кактус, мать его. Да, много лутать, чего пойдем. Ну, благо кактуса здесь полно. И марлотопс у меня для этого очень даже годен. Хотя у меня есть бензопила, но у меня нет бензина. Поэтому пока что полутаем им. Ну что, погнали. Не погнали! Да, честно, я надеялся, что он пролезет. Но не судьба, но не судьба. Блин, вот как он? Кто-кто? Ловайся, ловайся. А так он пролазит. Ну, что логично. Вот печаль беда. Печаль беда, придется... Не, ну, закончик-то это понятное дело. Но ворота придется большие ставить. Так, как он добывает кактус? Ну-ка. Ну-ка. 171, 500. Блин, жалко, что так радиус не увеличивается. И, ну, нормально. А дерево сколько ты из него добудешь? Ну, тоже нормас, но соломы, конечно, тоже дофига. Ну, а с другой стороны, хоть какое-то дерево. И на том хорошо. И я тут не просто так выдвинулся, я пошел еще дополнительно ставить нефтекачку. Одна у меня есть. Кстати, нужно было взять вторую. Сейчас, секунду. Для чего мне вторая? Ну, для того, что по-другому ее не сломать. А если я ее установлю, а потом демолишну, то я получу ресурсы. А это халявные ресурсы, как ни крути, это клево. Да, с этим у меня точно проблем не будет. С кактусом. Ну, кстати, то, что он топает, радиус больше. Да, но бьет все равно по одному только. Я надеялся, что тем, что он топает, он прям в радиус бьет, но нифига. Наивный глупец. Да. Сейчас бы еще бы найти бы, где вот она, вообще было бы классно. Я реально не помню. Да, он в основном добывает все-таки солому, не дерево. Поэтому бензопила все-таки будет поприкольнее в этом плане. Ну, ладно. Погнали искать. Так, нашел я это место. Блин, кругами бегал. И вижу красный луч, но я боюсь, я к нему уже не успею. Но попробовать стоит. Так, ставим так. Потом врубаем. Собака долбанная, ну-ка вырывайся. Так, врубаем. Демолиш. Так, стоп. А, стоп тебя! Эту кнопку нажал. Хоп! Предкапитал электронный кристалл. Отлично. Вот. А зачем мне их две? Мне и одна будет приносить дофига всего хорошего. А теперь погнали, попробуем успеть на красный луч, который исчез. Успели на красный луч, который исчез. Ну, да и фиг с ним. Самое главное, что это поставил. Так, надо бы запомнить, что вот здесь вот. Ну, то есть, как бы, да, по диагонали. Окей, это поначалу будет тяжело запоминать, а потом будет уже легче. Так, и мне нужно добывать песок. Песок сейчас нужно добывать в большом количестве. А, кто же добудет его? Ну, я, походу, думаю, что я и руками-то и буду добывать. Не хочу томить Дедикуруса. Вроде бы он добывает песок. Не хочу томить Дедикуруса, не хочу, то есть, ну, вот, лишнюю живку я томить реально не хочу. А давай здоровье лучше. Реально, лучше здоровье качнем, пригодится. Так. Так, так, так. А, еще я хочу притомить все-таки этого. Феникса. Феникса я хочу притомить... Потому что он клевый. Так, добываем мы песочек. Сейчас, короче, посмотрю, что лучше добывает песок. А знаете что? Точно! Я сейчас жестко протупил. Во-первых, Дедикурус он также собирает автоматически, если его на блуждание поставить. И мантис.
томить богомол. В следующей серии пойдем томить богомола. Ну и не кирка, а все-таки топор. А, поэтому я ручками уже долутаю все-таки песочек. Блин, как это отвратительно. А, погоди-ка. В общем, для постройки дома я уже ручками долутаю. Но! Не здесь. Так, не здесь. Сейчас, секунду. Так. Ну-ка. Если я не ошибаюсь... У меня аж откуда так много-то песка? Я ж мало чего лутал. А вот если делать вот так... Ну-ка. Надо куда-то выбежать, где я еще не лутал. Во! Вот. Так я песка лутану намного больше, как бы это бы смешно не было. Вот. Самое главное пробегать там, где я еще не вот так вот не бегал. Потому что я тут, помнится, пробегал, вот, и жемчуг у меня, собственно, поэтому так много. Я просто так бежал и лутал. Ну-ка давай посмотрим, что из этого выйдет. Я перегружен. И что? О, 3000. И 3000. Да, и 2000. Ну, да. Сложно сказать, что лучше, как быстрее. Ну, так разнообразнее. Да и в целом, то есть, как бы я... Бултаю доп. Ресурсы. Да, не спорь, киркой, точнее, топором это как-то будет получше, но... Ох, мать твою! Чё-то я не думал, что она такая жесткая. Но говно. Старый добрый копье всегда намного лучше. Вот, опять-таки же, вот. То есть, если вот так вот камешки подолбить, не нужно далеко бежать. Добываешь кремень, камень, то есть, каждого камня по 130 песка там, по 300 песка там. Да, клёво, но также разнообразнее. Да. Так вот теперь, как до дома бежать? Камень, наверное, надо выкинуть. Все равно нафиг он мне нужен. Вот я опять уже перегруженный. Просто прошелся буквально вот оттуда, отсюда. И уже перегруз, и уже, как видите, сколько много всего, и это клёво. Отдай. Класс. То есть, блин, если вот так вот около реки бежать, точнее, в засохшем устье реки, то, ну, сами видите, есть в этом смысл. Короче, все, так сказать, все хорошо, но лишь в том месте, где это правильно. Вот. То есть, где-то хорошо добывать киркой, топором и так далее, а где-то хорошо взять и кнутом покнутить. Да, такого слова нету, а я так сказал. Потому что так хочу. Ну, а теперь... До дома надо. А то далеко куда-то убежал. Блин, ну как остановиться-то? Вот это вот... вот как вот это вот остановить? А? Перегруз. Да что ж такое? Эх. Ладно. Теперь точно надо дома решать. Ишать, блин. Бежать. А хотите прикол? Я сначала думал, то, что я таскаю с собой радар, она мне добавляет веса. Я ее скинул. Вес она не убавила. То есть, как было, так и осталось. Прикольно, думаю. Закинул в нее песочек 71. Взял на плечи. А я стал легче. Подумал я и закинул туда еще больше песочка. Да уж, и, соответственно, да, еще по пути полутал песочка. Как без этого? В итоге сейчас у меня должен быть перевес... Но перевеса нету. Сейчас приду домой и покажу. В итоге. Так. У меня вес 677. Да, я по пути еще полутал. 677. Фу, каку. Каку подобрал, в прямом смысле слова. Скидываем ее. У меня становится 617. Но, если я забираю все из инвентаря, у меня перевес. Ну, вы сами видите. То есть она просто экономит вес в полтос. Офигеть! Если я закидываю в нее, то у меня становится меньше веса, даже если я ее подберу.
Понимаете? Офигеть! Оно не только радар, оно еще и такой клевый рюкзачок, который уменьшает вес. Хотя, по сути, я о ней просто забыл и поэтому с ней побежал. Офигенно, просто супер. Теперь могу достроить домик. Даже? Да. Чего-то нет. Да. Вот такие вот дела. Ну ладно, на этом я уже с вами буду, пожалуй, вращаться. Домик я и сам дострою. А в следующей серии пойдем томить богомольчика. Да, почему бы и нет, уже пора. Ты щелкопряда бы притомить. А вот нужен он мне? Нужен обязательно, потому что где ж я его еще притомлю потом, кроме Скёрча. Вот такие вот дела. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливы и добра. Всем пока.